Вот наша команда Айдига едет на сплав. Как настроение? Отлично! Праздник. Праздник, выезд на природу. А с другой стороны, боязно очень, что будет сыро и холодно. А я, как любой уральский житель, не привык ни к холоду, ни к сырости. Привет. Тебя как зовут? Рома. Ты куда едешь? На сплав. Молодец. Первый раз на сплаве? Ты еще был? Первый раз. Ну, ладно, потом расскажешь, понравилось или нет. Хорошо? Ладно. Если человек упал за борт, обязательно иметь застегнутый жилет. То нужно грести в сторону катамарана. А гребцы на катамаране должны в сторону упавшего за борт. Погода довольно-таки благоприятная для сегодняшнего сплава. Ну что, все готовы? Готовы. Ждем команды. Так, здесь все, весла, все все. Смотри, да, который зеленый. Вот зеленый который. А мы зеленые, мы себя догнали, да? Гребите, гребите на середину. Че стоим? Россия процветала тогда на этом. А потом начались революции, социализм, и все пошли работать без золота. И до сих пор мы сейчас при социализме живем. Все говорят капитализм, мы живем за счет социализма потом. А дальше наступит уже, думаю, реализм. И все сразу лопнут. Подожди, подожди, Андрюха, Андрюха, я еще вот так вот влезу. Пониже чуть сядь. Куда? Мне? Да, тебе. Я и так уже низко. Ну все, ладно. Все, смотрим в камеру. Раз, два, три. Ну, у нас там, наверное, флаг самый крутой, высокий. Ну. О, так это слоеный какой-то сладкий пирог. Нет, нет, с сыром, с колбасой. Прекрасно. Дать на солнце. Я не позволю ему упасть. Разогрели, да? Да. А, замечательно. Все, цепляем. Да почему? Получили свое. Сплав проходит очень круто. На природе всегда хорошо. Единственный момент, что дождик иногда идет местами, но нас это не пугает. Мы тепло одеты и в хорошем настроении. Со мной плывет Марат, Александр, Ирина и Анжела. В этом году тоже собиралось большее количество, но из-за погоды. Но некоторые отказались. Сплав люблю природу. Здорово на сплаве. Сейчас нет дождя. Небо проясняется. Тоже очень радует. Поэтому все круто. А вот я, знаешь, что подумал? Что слово сплав – это сплав коллектива. Сплочает. Ну да. Есть ассоциации такие тоже. Здорово. Я рада, что есть возможность вот в такой обстановке пообщаться и активно провести время еще и с коллегами. Это очень здорово. Ловите чалку. Не надо. Зачем? Не надо? Рома не слазь, сказала. Не надо, у него сапоги дырявые. Мама, объясни. Новые сапоги потрескали. Как я понял. Это вчера купили. Дырявые сапоги. Вчера купили, а сегодня потрескали. Да, куда ты спускаешься? Что, Wi-Fi есть? Алло, появился. Да. Сейчас у нас закипит вода, и мы будем добавлять борщ Айдига, перец черный горошком и зажарку ароматную. Ну все,
Ждем. Когда закипит. Мы закроем крышкой. Ни один наш поход не проходит без маринада «Жарим мясо. Костровок». В данном случае это шашлык по-кавказски. Это кто изготовитель? Изготовитель наш любимый «Вертекс». А, круто. Аккуратненько, чтобы видно было надпись. Пожалуйста. Девочки, положите в мусор, пожалуйста. Вот там сзади большие пустырёк. Гомофобия какая-то, гендерная. Нет, подожди, как это называется? Оголтелый сексизм. Это что, вы по-корейски режете огурцы? Да. Для салата, для салата. Хороший опыт. Ну, есть. Не очень хороший, но небольшой есть. Это что, курица? Да. А курицу снимем. Ты целую упаковку добавила, две. Да? А две даже? А там на 2 килограмма одна. Руководить нужно еще, рукой водить. Он ведь сам не сможет. Что, на телефон настраиваешь? Сейчас и Паша, вам 30 минут. Гитару? Нынче так, с гаджетами. А? По телефону настраиваешь? Да. Ну да, это телефон же. Офигеть. Как на новогоднем на корпоративе гуляла ОАО «Кубаньстройпром». И бухгалтер Люба, Люба Иванова намешала пиво с коньяком. А не пить? Еще время на детское. То есть еще будет еще да. Холодно. Это не по нам, нет плохой погоды, да? Ну как, бывает утро добрым? Бывает, конечно. Ну как, Роман, тебе понравился поход? И даже дождь тебя не испугал? И даже дождь тебя не испугал? Нет. Да. Что, толкнете нас? И так дождь превращается в снег. Как настроение? Отлично. Нормально. Прекрасно. Отлично. Отлично. Идем по курсу. Рома, тебе нравится? Ну как вам снег? Грибут. Их один грибут. А это я не тебе, но это винокуренный камень, чтобы вы знали. Тут староверы делали вино и спаивали демидовских работников. И что, охранники пещеры заложили? Зимний сплав у нас идет. Романа пакуют в спальне. Ну как, Таня, согрелась? Согрелась, говорю? Ну так, лучше. У нас снежная баба свои. Да, сейчас лед начнется, надо будет ломать его. Вы че, ответный огонь? Не в меня. Дима! А по-моему попал. Нет, давай вон в тот катамаран, вон в тот. Последний.
Не упади! Есть! Подбили! Он еще не взорвался! Он... Держи! Тихо! Ребенок! Обратно его! Обратно! Есть! Снова ветер дует прямо в борт! Наши каты двигают вперед! Давай сначала. Мы гребем, и сила вся в руках, а непогода держит нас на испытании. И падать духом старший прокричал, и несмотря на курс и расстояние, держимся за наш родной причал. Сейчас, о, веселее стали грести. Вы пойте, пойте. Говорись. Осталось, блин, километр. Шибче гребем, шибче. Раз. Навались. Раз. Сразу тепло стало. Хорошо пошло. Согрелись. О, молодцы. Сединой на висках, вы чё? Вообще это не так. Давайте сначала. День Победы. День Победы, как он был от нас далек. День Победы. Я вот петь не умею. Смоги сочетали. Вообще. Вообще хорошо. Экстрим. Практически. Ну как? То, что тут происходит. Но мы это выдержали. Мы это сделали. Это было величайшее испытание для тех, кто пошел, не побоялся. А когда бояться было поздно, не опустил руки и сделал. Потому что это просто охренеть. Я такой жопы не видал в жизни. Такой ветер, буран снежный. В харю, против течения грести, мне кажется. Волевые качества, короче, проявили здесь у участников в полной мере. Никто не плакал, никто не жаловался, все молча матерились, сжали живые, гребли, бля, и выгребли. Вообще, незабываемо. Было очень весело. Ну, я скажу, что я запомню это на всю жизнь. Это было просто нечто. Я в восторге. Особенно последний вот этот отрывок, промежуток, когда ничего не видно. Это просто такого экстрима в моей жизни еще не было. Вперед, все вперед! Бросайте нет! Ну так, как бы все пойдет, все как бы good. Вот, погода, да, погода нас следует. Погода нас подколола. Не подойди, старший прокричал, и несмотря на грусть и расстояние, держимся за наш родной причал. Держимся за наш родной причал. Вот и закончилось наше путешествие. Все живы, здоровы, веселы, хотят еще. Все хорошее возвращается.